Гурмаджи. Это ничего непонятное. Луна, Зевс. И что делать? А что делать? Муравью приделать, что делать? Судя по тому, как у меня сегодня удача не идет, поэтому на рандоме брать что-то не горю желанием. Да и герои как-то что-то, блин, не знаю даже. Ни в одного не хочу идти. Можно в силу пойти, конечно. Сила всегда прекрасна. Через башки, да. Башки, дракончик. Он не хочет бить. Отказывается. Можно, конечно, разогнаться в фокуса. Там небольшая скорость, но тем не менее и скорость, и меткость. Скорость атаки. Мультикасты бесполезны. Снижение сопротивления магии 10%. Блин, ну тут, конечно, не очень, потому что у меня просто маны. Просто интеллекта. Не маны, интеллекта 0,5. Это мало. Это отвратительно. Чё-то он не пробивает его совсем. Зато у него увеличится скорость атаки под пассивкой и сопротивление магии. Есть пробитие. Так, ну я думаю, все-таки пойти в фокус, чтобы разогнаться по скорости, пускай будет. Тем более для Баша что? Для Баша нужна скорость передвижения. Тут 80%. Здесь добавляет не то чтобы прям космическую скорость, но тем не менее. Пока все настроил, что настроил. Да, не смог по ссылке перейти. Ха, печалька. А где же Дарова? Где Дарова? Как жизнь молодая, да? Нет, надо начинать с проблем, да? Что-то она умирает как-то слишком быстро.
итоге выиграла. Прикольно. Да, здорово, здорово. Башики. Множитель урона за скорость 40%. Если снижать сопротивление магии, то можно неплохо так дамажить. А если еще увеличивать скорость атаки и скорость передвижения с интеллектом, но у меня просто интеллект слабый. Я не переходил на Twitch. Я просто сюда зашел временно посмотреть, что из этого может получиться. Все. Пока еще не переходил сюда. Никто не говорит, что здесь что-то получится, но мало ли вдруг. По крайней мере, стримить здесь, выкладывать ролики туда, но я не знаю, сколько здесь сохраняются ролики. Возможно, здесь это ролики, которые то есть, остаются, да, после стрима. Они остаются не навсегда, поэтому даже не знаю. Да, стрим лагает. Ну, не знаю, у меня вроде норм. Кстати, Unrefined Fire Blast, он дамажит от силы. В размере своей силы умноженной на 1.5. Там урончик нифига себе. Если увеличить себе силу, то тут можно неплохо так херачить. Но это в теории. Я думаю, что будет неплохо. Если разогнаться в силу, то можно за стан убивать. Можно, конечно, в магус пойти. Что тоже неплохо, тоже звучит. По крайней мере, у меня вроде нормально, у меня не тупит. У меня вроде работает адекватно. А что ты имеешь в виду тупит? Просто сама программа тупит или что? Или стрим тупит? Магус, коса, мультикаст, Вася, Аганим. Ясненько. Прикольно. Вася Аганим. Хороший ник. Вот он баш. Нормально. Баш работает.
Не, с одной стороны, баш, конечно, это лютая имба. Потому что, когда у тебя скорость так и присутствует, да, ты в этот момент башишь. Еще и дамажишь за счет скорости передвижения, магии. Понятно, что если у противника большое количество сопротивления магии, тебе это особо не поможет, но тем не менее, башить будет. Если будешь попадать. Если будешь промахиваться, то, увы, не поможет. Но у меня меткость увеличивается, так что... Парни, ну вы что, у меня не верите? МКБшка мне не нужна. Я думал, как раз под фокусом, под гонцом, со вторым тапочком. С Celestial Sange. Celestial Yashi. Я думаю, будет 1400 скорость передвижения. Возможно. Бах! Нормально. Работаем. Там еще и талант 250 здоровья, 80 к урону, 30 к силе и шанс парабласта при атаке. Самое интересное, что Doom не отключит эту фигню. А что ж ты так? VPN нужно выключать. Что с чуваком? Что с ним? Он взял Grand Librarian, нашел себе хорошие способности, а предметы не купил. Как говорится, где деньги, Лебовский? Что с ним? Чего он не покупает предметы? В игре есть предметы, а он их не берет. У меня это беда. Ну просто от паразма умер. Оно мало того, что здесь снижение сопротивления магии, так еще и здесь снижение сопротивления магии. А здесь у нас снижение сопротивления магии 10% и максимум эффектов 5. На шардом 7 эффектов. Получается, когда ты идешь на Леоне с Магусом и пальчиком, Озина так неплохо снижает сопротивление магии. Можно играть. Сколько здесь задержка, я не знаю. А ну, скажи что-нибудь и посчитай, через сколько я отвечу. Секунды 3, наверное. Принято, там сопротивление магии режется. Опа. Да, 5 секунд, окей. Пять секунд вроде звучит немного.
Хотя по ощущениям кажется меньше. Потому что я же себя слышу немножко. В телефоне. И вроде как меньше, чем 5 секунд. Хотя хз. Ну да, секунды 3, наверное. По ощущениям. Ну, пиши что-нибудь, я тебе отвечу. Не пишет. Ну пиши, давай, ну давай, ну давай, ну ё-моё, ну где ты, алло? Ты чё, заснул? В туалет пошёл? Я жду. Или ты решил в терпилу поиграть? Фига себе там урона. Откуда такой урон? Там макропира просто уничтожает. Ну, чистый дэмэдж. Чистый дэмэдж, это больно. Под дуэлистом. Висп тащи, мы в тебя верим. Всей гвардии. Нормально. Сойдет. Висп хорош. У нас тут, кстати, после перемещения получает плюс 40% скорости передвижения. Звучит жестко. Надо КД снизить, потому что у меня вот прям проблема с КД. К сожалению, голем не бесконечный. Тут бравлер зарешал, причем в легкую. Ну да, бравлер, конечно, имба, когда тебя бьют, ты увеличиваешь и скорость. Но тут нужно учитывать, что если против тебя баши, неприятно. Сука, мне надо, блядь, два спыла обменять. Это 100% пиздец, блядь, выпали хуйня полная. Чувак пишет, я первый раз зашел. Мы поняли. Нет, тут 250 здоровья, конечно, такое себе.
не сильно-то и нужно. Ну, получается, что снижение сопротивления магии прям нереально. И тут снижение, и тут снижение, и тут снижение. Осталось найти еще какое-то снижение, и башам можно неплохо так шотать. Ну и скорость атаки, конечно, скорость передвижения не быстро увеличивается. Это тоже не очень как-то. Ну хотя все равно неплохо. Под блинком уже больше 1000. Скорости атаки не хватает немножечко. Ебать, а чё так коеги быстро слились? Или у всех есть, а чё-то, блядь, на кастинка погнала? У всех есть ЕГИ. Его кастинка подводит. Да, значит, у меня кастинка погнала. Что интереснее, снижать сопротивление магии на 10%? Либо увеличивать урон на 18%. Наверное, все-таки увеличивать урон на 18% поинтереснее. Но опять же, на рекорд я здесь точно идти не буду, зачем. Ради максимального снижения сопротивления магии мне здесь делать нечего. Как говорится, нафига оно нужно. Возьму, наверное, свирепость. Да, увеличу себе скорость атаки, по крайней мере, хотя бы сейчас немножечко. Нам скорость атаки нужна. Ебать, ну ты чё? Пиздец, минус 1200, блядь. И так всё хуёво. Тебя не нравится был. 1200 скорость. Так, у нас Fire Blast дамажит 1800 урона. Длительное соглашение 1.2. А здесь длительное соглашение 0.1.5. Поинтереснее. Очень быстро мана заканчивается, потому что что? Потому что у меня... О, нифига себе, 4000 урона. Ну тут снижение сопротивления магии, да, увеличение урона. Трика чистого урона с ульта. Он не удивляется, что у него много урона с ультимейт. Ясно, понятно. Висп давай. Да не, у виспа мало шансов здесь. Ай, нет, все-таки. Ну блин, ну почти. Ну ё-моё. Это было настолько близко, что прям нереально на тоненько.
Пизда. Правильно, зачем БКБшка против обратки? БКБшка против обратки не нужна, это бесполезная шляпа. Нет, на Твиче перематывать нельзя. Твич — это тупо трансляция. Перемотать сможешь только потом, когда стрим закончится и останется видос. Только так. Кстати, линию нельзя. Можно еще и дрис взять, там еще будет добавиться скорость передвижения, но зачем мне это, да? Пизда, блядь. А, просто найти снижение еще сопротивления магии. Ну, блин, а нафига оно мне? Неужели реально здесь игра намекает, что давай по максимуму, да, будем снижать сопротивление. Как говорится, почему бы и да. Ему, по-моему, пофиг было на урон. Но там дисперсия Enrage. И это было в дисперсии в Enrage. Замечательно. Мы сами не знаем, почему ты. А какое максимальное у меня снижение сопротивления магии? 20? 22? Тут вообще дохренище. По-моему, звучит жестко. Ну, лично мне кажется, что звучит как-то жестковато, однако. Не? Вообще, можно было бы взять фервер, но мне не особо нужен. Скорость атаки, в принципе, так и так можно разогнать. Не, его не надо. А что у него там за айтем? Он типа... В смысле, третий скилл? И что? Тут надо бы, наверное, Октарин для того, чтобы... нажимать хотя бы изредка дракончика на дуэли. Фу, на крипах. На крипах с дракончиком повеселее все-таки. Быстрее деф идет. Не намного, но быстрее. Он, получается, собрал то, что нужно. Кучка, дисперсия, бристлбэк, пассивка, все. Снижение урона 100%. 30... Не, не 100. 30, 40, 70 и 16.
Не 100. Не сотка. Тем не менее, это жестко. Восемьдесят процентов снижения урона, это нереально. Было бы 90, если было. Была бы дисперсия. Которая была раньше. Немножечко раньше. Вау. Не, ну баш бьет больно. Это еще интеллекта мало. Было бы больше интеллекта, он бы и вообще там. Вот если увеличить интеллект до 1000, мне кажется. Одной тычкой за счет снижения сопротивления можно делать 20 тысяч урона, наверное. Мне так кажется. Все-таки, я думаю, можно. Даже блинк особо не нужен. Как будто бесполезен. У меня такая скорость передвижения, что меня, в принципе, это особо не догнать. Вообще. Все, я понял. Крипа сдуло. 12 тысяч урон за 2 тика. Нормально. Это еще мало. Как говорится, а где мой урон? Я тебя кинул все, все, что мог. А пробить не могу. А как пробить? Просто он не хилится, вот в чем прикол. Если бы он хилился, он бы переиграл вообще в легкую. Например, колючками, да? Колючками Бриста. Все. И нормально, нормально. Хорошая игра. Что это? Это называется защита. Подожди, он вылез и уничтожил, да? Прикольно. Подожди, у него дуэлист, дисперсия тоже куча? А у него нет кучи. Но тут жестко. Зачем ему голем, правда? Там фиг пробьешь, называется. Тактика фиг пробьешь. Даже, блин, фаербласт дамажит, нифига себе. Потому что магический урон, у меня снижение сопротивления магии. Да, сильно, сильно я собрал. Меня, конечно, можно переиграть, но собрал я... Именно под снижение сопротивления, скорость атаки, фаербласт башит с шансом 17%. Тут тоже шансом 17% башит. Еще и множитель скорости передвижения. Опа, тут имба. Он нашел чем его переиграть. GG. Я что-то туда даже не смотрел. Я об этом не подумал.
А прора получается против него как раз и имба. А вообще никакая. Булварк есть, антачибл есть, мастер даже, уклонение миллиард. Не помогает. Там уклонение минимум 70%, 81. Немножечко лагает. А, все, Бладсикер, все. Прости, друг. Это не мы тебя... Не мы тебя убили, он даже это не убил. Кто остался? А-а-а! Еще один. На тебе дракончика, на счастье. Да, пока, мы тебя будем помнить. Скорость атаки пока слабовато все-таки. Фокус дает скорость неплохо, да, но скорость атаки слабовато. Вот скорость передвижения космическая. Ну, сколько у меня скорость передвижения, скорость атаки максимальная. Так, скорость атаки, понятно, 1000, скорость передвижения 1490. Ну, неплохо. Баш, 3 тика, 20 тысяч. Да получается у нас чуть больше 6 тысяч урона. 6300, нет. Даже 6,5. 6,5 тысяч урона. Да, я интеллект разгоняю, конечно, но пока мало. 366 всего лишь. Нужно больше интеллекта. Зато прирост по силе неплохой. 4,2... 8 тысяч силы, фу, 8 тысяч хп почти. Но скорость так у меня разгоняется, да, вот интеллекта маловато пока. Надо разгонять интеллект хотя бы немножечко. Чуть-чуть. Там миссии какие-то странные. Как я вообще мажу? Я же не должен мазать. 7771 хп. Мне кажется, если я сейчас как раз вкачаю 3 силы, у меня все испортится. Не будет вот этих 777, будет типа вот такого вот дерьма. Ну ладно, не обидно. Так, у нас уже час дня. Сколько мне еще здесь сидеть? Пару игр сыграть хватит. Наставка, кстати, неплохо. На ставках удивительно неплохо. Не лучшие ставки, конечно, во вселенной, но неплохо. Там даже были неплохие такие ставочки. Хорошие.
Блин, пробьешь. Кошмар. Удивительно. Реально хрен пробьешь. Там получается, что под магусом и косой, да, моношит нереально восстанавливает. То есть, как говорится, чисто с обложки вырвал. Но тут чисто везение, что ему это выпало. Пробить можно, но проблематично. Тут получается, что не хватает этого БКБшки, чтобы коса не так била. Но сопротивление магии, конечно, можно приобрести, да? Много, к сожалению, не будет сопротивления магии, но единственное, что вот от него неприятно, это то, что коса вылетает. Коса бьет больно. На самом деле у него урона немного, но он пробивает. Андреич, конечно, нет. Были еще и башу, станы вылетают. Но сопротивление магии не хватает сильно. Надо было посмотреть, сколько там сопротивление магии снизил. Я что-то забыл. Мне прям сильно интересно, сколько я сейчас снижаю сопротивление магии. Я думаю, дофига. И это укрепает еще 32% сопротивления магии. Ну, я думаю, неплохо так режется сопротивление магии. Хрень, там дэмэдж залетает. Там еще и дисперсия, да? Че, я не могу посмотреть, сколько он внес по мне урона. О, фига. Там я от дисперсии умирал, логично. Что мне не хватает от хилы. Прям сильно не хватает от хилы. Кажется, как будто он вроде есть, да? Тут 20%. Но его как будто бы нет. Странно. Ну ладно. А, ну хотя, ну да, получается, что я бью с руки, и только при определенном срабатывании способности будет срабатывать вампиризм. Это логично.
Лайфстили отключается. Лайфстиллер отключился от игры. У нас получилось. Блин, получается, там даже Октарин надо брать, потому что Октарин дает возможность нажать быстрее Enrage. Чувак сдох. Да как? Нормально, 44444 урона. Изи. Баш, работает баш. GG. Интересно, говорит, Огр собрал имбу, а ты не собрал имбу, да? А ты собрал дерьмо. Мама мия.
Просто так стычки вообще не бьет. Когда вылетает баш или стан, там уже урона много. Нехилая такая режиссер сопротивления магии, где-то процентов на 80, наверное. Может, на 90. У него 43, а базовая 30. Тысяч урона со стана. Даже баш здесь особо не вписывается. Все-таки вот это попиже будет, чем это. Ну, в моем случае, да, потому что чаще вылетает. Видно, что чаще вылетает. Хотя 17% что здесь, что здесь. Но стан как-то странно работает. Ой, а че я... А, надо выходить. Что я заигрался. Что здесь проверять? Вот смысла нет проверять это все. Но здесь видно, что баш все-таки... Мой баш, да, сильнее, чем этот.